приветик, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный, и я надеюсь, что вы помните замечательную игру «Поющие монстры. Часть вторая». И она совершенно другая. Давайте же в нее немножечко продолжим поиграть. Ну-ка, кто у нас здесь и чего это они у меня тут делают? Ого, ничего себе! Ну что, кушать хотите? А у меня, между прочим, ни грамма производства. О, надо вот здесь вот все позабирать. И здесь позабирать. И наверняка здесь позабирать. О, смотрите, сколько всего модного. Так, посмотрим, кого я тут смогу накормить слегонца. Так, у меня похоже... Ой, здесь тоже уже кое-что появилось. Так. Смотрим. А здесь вывелся монстрик. Эй, монстрик, ты где? О, да, его нужно будет выводить долговатенько. Ну что ж, я пока с другими пообщаюсь. Так, вот, например, этого можно было бы и прокормить. Ого, какой голодный. А еще... Ничего себе! Вы что, хотите сказать, что я все должна отдать этому монстрику? Ого, я, кажется, точно отдаю всю свою еду. Ничего себе! Даже не знаю, надо бы, наверное, поставить что-нибудь хорошее. Так, здесь кокос. Кокос можно ставить просто так. И еще поставим кокос. И еще, а снизу поставим яблочки. И раз, и два, и сразу три. Отлично, все, яблочки готовы. Давайте мы приступим к кормлению. Вернее, продолжим кормление. Ну-ка, мой дорогой, давай-ка ты будешь еще более крутого уровня. Все остальные не пойми, что хотят, а ты очень даже пойми, что. Ого, кажется, я немножко накопила себе монет и могу поиграть. Ой, могу зайти в магазин. В магазине-то наверняка кое-что имеется. Так, давайте посмотрим. О, нет. Кажется, все, что имеется, оно очень даже дорого стоит. И купить это можно за настоящие кристаллы. А здесь, может быть, кого-то можно купить за денежки? А, нет, к сожалению, здесь нам тоже нужно покупать за кристаллы. Но я не волнуюсь, я кое-кого могу уже вывести. Поглядите, у меня есть Фок и Фанглер, а еще Мау и Боскус. Ничего себе, сколько у меня новых монстриков. Есть даже те, кто с тремя силами, представляете? Да, это, конечно, круто. Давайте будем выводить всех по очереди. Этот барабамень у меня уже есть, а вот лягушка очень даже ничего. Для этого мне нужна вода и камень. Хорошо, сейчас попробуем вывести. Итак, посмотрим, кто у нас вода. На каком ты уровне, водичка? Ой, на пятом. Он требует с меня очень вкусную штуку. Так, может быть, яблочек сделаем? Нет, яблочки мы пока делать не будем. Так, а здесь кокосы делаются, понимаешь ли? А здесь вот она. И из чего мы ее делаем обычно? А ну-ка покажись. Из кокоса. Тоже из кокоса. Нет. Сейчас я не могу тебя прокачивать. А тебя? Ну-ка покажись. Так, это яблочное блюдо. По-моему, в пекарне делается. Ой, только что-то я не очень пойму, как это так происходит. Яблочное блюдо само на себя не похоже. Так, у меня уже один кокос есть. Ой, привет, ты чего хочешь? Нет, к сожалению, у меня пока что ничегошеньки для тебя нету. Хотя мы могли бы, наверное, зайти в магазинчик. Только я не помню, что там нужно покупать. Погодите, мне нужно прокачать камень и воду. Камень я уже неплохо прокачала, а вот вода еще не очень дотягивает. Ну что ж, давайте мы посмотрим, что можно купить вкусненькое для водички. Ну-ка, покажись, Маркет. Может, тут у тебя что-нибудь припасено? Поглядим. Так, ого,
как все дорого стоит! И что, это все, что есть? Нет, кажется, не все, что есть. Нам нужны кокосы. Нет, нам не нужны пока кокосы. Так, а здесь? И здесь ничего. О, смотрите, можно купить 6 кокосов, представляете? Всего за 100 с чем-то копеечек. А готовых продуктов я здесь, кстати, совершенно не вижу. Что ж, давайте прикупим 5 или 6 кокосов. Нет, давайте все-таки 5 прикупим. Ну-ка, покупаю. Так, идемте вот сюда и будем смотреть, что тебе надо. Нет, я тебе пока ничего не даю. Я выпекать буду. Так, где мой симпатяга? Он хочет вот эту вкусняшку, которая наверняка делается из кокосов. Вот сейчас мы ее и поставим делать. Отлично! Так, а это из чего? А эта штука из яблок. Яблок у меня предостаточно, значит, и этого напечем целую гору. Так, давайте смотреть. Ой, здесь мне просто необходимо насадить как можно больше пшенички, иначе у меня ничегошеньки не получится. Вот, посадили пшеничку. Здесь тоже все готовится. Давайте зайдем вот сюда. Тростник. Тростник тоже бесплатно у нас производится. Правда, на него производство надо очень много времени. Так, здесь у нас тоже все производится. Яблоки. Яблок осталось немного. Но нам нужно обязательно поставить производство. Что ж, больше яблок нету. Яблочки! Вы где? Вы когда будете? Ого, кажется, я погорячилась. А если сделать вот так? Да, убрать. И еще убрать. И еще убрать. Что? А, вот. Вот так вот, кажется, убирается. Я ничегошеньки не теряю. И поставлю производить яблочки по одному. Мне же не нужно такое огромное количество яблок. Если поставить по одному, то и быстрее все произведется. Давай, 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 производись. Отлично. Так, что там у меня происходит? Эй, ты что, опять кушать хочешь? Понятно. Кокосы, значит, появились. Обжорством собираешься заниматься. Ну, ладненько. Давай мы тебя немножко еще покормим. Вот так вот. И еще покормим. О, 7-го уровня. Супер, супер, супер. Я кормлю, а у меня монетки появляются. Представляете? Это очень здорово, потому что я смогу себе что-нибудь прикупить. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. А пока у меня все производится, давайте, друзья, отправимся в какое-нибудь путешествие. Мне очень нравится путешествовать, но только я еще не знаю, куда мне отправиться. Может быть, на мой остров, где у меня уже сидят мои симпатяшки 7-го и 8-го уровня. Ух тышка, смотрите, ни с того ни с сего у меня 7-й уровень и новые монстрики. Ого, сколько новых монстриков, друзья. Я не ожидала, что будет так много. Ой, за 300 монет, поглядите. Могу купить монстрика за 300 монет. Это же классно. Ух ты, какие они симпатичные. Правда, кристалликов стоят немерено. Выводить их всех нужно. Ну что ж, я готова стараться изо всех сил. Вот, к примеру, сейчас мы выведем вот этого монстрика. Сколько ему еще тут осталось? О, всего 2 минуты, друзья! Это так мало! Ну что ж, друзья, а пока эти 2 минуты пройдут, я готова совершить путешествие. Да-да, именно сюда. У меня, кажется, здесь живет один маленький монстрик. Привет, привет. Он мне монетки дает. Да еще так много. Представляете? Вот это да. Вот это мне нравится.
Так, на остров сразу я купить ничего не могу. Нужно телепортировать еще кого-нибудь сюда, чтобы можно было зарабатывать монетки. Давайте заглянем, кто из моих монстриков уже готов продвигаться дальше, а кто еще нет. Ой, даже не знаю. Там, на том острове, вроде бы как и разведением нельзя заниматься, и прокормкой нельзя. А напишите мне в комментариях, что же мне делать, как мне быть. Лучше монстрика доводить до высокого уровня, а потом переправлять. Или можно так переправлять. В общем, пишите мне в комментариях. А пока я... Ой, нет, погодите. Мне нужно вот этого как следует покормить. Ну-ка, жуй давай. Вот, 6-й уровень. Упс, а это что такое? Такого у меня еще не было. И что мне с этим делать-то? Погодите, а где я это могу сделать? Нет, кажется, здесь не могу. А может быть здесь? И здесь не могу. Подождите, что-то я ничегошеньки не понимаю. И здесь не могу. А может быть здесь? Может быть что-то открылось? Нет, не открылось. А может быть здесь открылось? И здесь не открылось. Интересно, наверняка открылось какое-то производство в магазине. Давайте посмотрим. Так, да, кажется, что-то открылось. Правда, за что его покупать-то? Ой-ой-ой, его можно купить только за 2000 монет, а у меня только 520 монет. Представляете, нужно срочно всех кормить. Вот так, одного прокормили. О нет, теперь мои монстрики все хотят одного и того же. Представляете, какой кошмар. Ну, не все, почти все, но это не меняет суть дела. Так, что же мне делать? Ладно, пока что мы выводим нового монстрика. Привет, привет, малыш. Сейчас мы тебя поставим рядышком. Ты же что-нибудь захочешь, ведь верно? Захочешь непременно. Вот здесь будешь стоять. Ну-ка, вылупляйся. О, и сразу для него у меня есть еда. И еще еда. И еще еда. И еще еда. И вот еда. Ого, ничего себе. Я действительно так получу много монет. Ой, стоп. Больше еды у меня нету. Ладно, у меня, кажется, появилась идея. Если более сильных перекинуть на острова, а более слабеньких оставить и раскармливать здесь, то я буду и там монетки получать, и здесь. Это будет очень здорово! Так, где мое нужное производство? О, кокосов не хватает. Так я и знала. У меня тут все позаканчивалось. Одни кокосы. Раз, два, три, раз, два, три. Вот, кокосы скоро произведутся. А яблок мне и так хватает. Ну что ж, вначале я займусь разведением. Попробую развести кого-нибудь симпатичного. И мне нужен камень. Так, опа. И мне нужна вода. Надеюсь, у меня хоть что-нибудь получится. Все, я их поставила. А теперь я могу кого-нибудь отправить на остров. Вот, например, этого монстрика. Ну давай же. Ну я готова потратить на это денежки. Ну пожалуйста. Как же тебя отправлять-то? Ну давай. Да, я хочу его телепортировать. О, друзья, мой монстрик телепортируется. Посмотрите, какой он счастливый. Правда, на это, кажется, стоит потратить немножечко времени. И я с удовольствием это сделаю. Ну-ка, мой барабанный, иди сюда. Становись сильнее, круче. И будьте вы вдвоем. Теперь-то я за вас не боюсь. Посмотрите, какая прелесть. Они вдвоем очень неплохо здесь смотрятся. И приносят мне монетки. Так... А еще потрясающе классную музыку. Ребята, мне это ужасно нравится. Что ж, живите, развлекайтесь, а я пойду куплю себе еще одного барабамня. Ну, я, по крайней мере, постараюсь. Итак, заходим вот сюда.
Потом заходим вот сюда и покупаем новенького и симпатичненького. Ого, целых 300 монет. Ладно, я собираюсь все равно его купить. Ой, я его покупаю, он сразу у меня появляется. Это здорово. Давай, появляйся, новый барабамень. Теперь-то я тебя подкормлю как следует. Ну же, скорее, скорее, кокос. Барабамень новый хочет кокос. Иначе я так денежек вообще не заработаю. Ладно, будет ему кокос. Не будем ждать, будем покупать. Ну и где здесь кокосы? Ух ты, вот это да. Продают то, что раньше не продавали. Что ж, я готова взять кокосы. Но их, к сожалению, нет. Когда они мне нужны, их никогда не бывает в магазине. Это просто какой-то закон подлости. А может быть, наоборот, это даже очень хорошо. Я не буду на это тратить денежки, а лучше куплю себе драгоценности, чтобы немножечко поколдовать в моей лаборатории. Ого, 10 штук драгоценностей. Ого, вот это за 500 монет продают, представляете? Какой кошмар. Ладно, давайте посмотрим, может быть, драгоценности за меньшее количество денежек продадут. Вот, 5 драгоценностей, я их покупаю. Теперь иду вот сюда и хочу поставить что-нибудь большое и ценное. Так, ну кажется, это все, что я могу себе позволить. Вот этот огромный шар, из которого и кокоса. Я потом смогу сделать ожерелье. А для чего мне это ожерелье? Пишите мне обязательно в комментариях, потому что сама без вас я пока что здесь вообще разобраться не могу. Что ж, воспользуемся в магазине и попробуем что-нибудь продать. Ой, а что у меня никто ничего не покупает? Я столько всего понаставляла, а у меня никто ничегошеньки не берет. Это так нечестно. Эй, где же мои покупатели? Я столько яблок продаю. Никто ничего покупать не хочет. Может, кроме яблок поставить еще чего-нибудь? А давайте попробуем. Упс, кажется, у меня здесь и места-то нет. А убрать можно? Нет, убрать тоже нельзя. О, дорогие мои подписчики, купите у меня яблоки. Ну, пожалуйста, иначе я так эти деньги буду... 1000 лет зарабатывать, а мне, между прочим, целых 2000 надо. И это, конечно, не дело. Ладно, барабан, кушай на здоровье. И яблочки, и... Упс, а этого у меня нету, к сожалению. А если так сделать... Ой, это чего мне тут пишут? Непонятно. О, смотрите, я немножко монеток потратила и... Интересно, сколько здесь надо потратить? Аж 217? Нет, как-то мне не очень хочется тратить все эти монетки. Но мой барабамень, представляете, новый барабамень уже 5 уровня. Как же быстро это происходит, друзья. А пишите, как вы развиваетесь в этой игре? По мне, так она очень дорогая и очень сложная. А как вам удается? Может быть, у вас уже все острова заполнены монстриками. Обязательно напишите мне об этом в комментарии. А еще не забывайте подписываться на канал Супер Развлекательный и жать колокольчик. С вами была Болтушка-Веселушка. Чао, какао!